Свято Рождества Христова присвятили еще одно мероприемство. У громадско-культурном центре прошел традиционный колядный концерт. Его организовали областный выконавчий комитет и Гомельская епархия. На сцену запросили самые талановитые и яркие коллективы с Гомеля и некоторых районов в области. Колядный концерт – это 1,5 часа доброго настрою. На сцене каля 500 удельников из народных, аматорских и самодейных коллективов. Практично все наибольш распаўсюджаныя стылі и жанры, объединенные темой миру, любови, веры и духовного выратования. При этом у зале ніводнага свободного места. За час его проведения концерт стал настолько популярным, что появились прихильники, которые обязательно приходят каждый год. Мы должны жить с верой в себя, с верой в свое отечество, так как для нас созданы все условия в стране, чтобы мы жили, чтобы мы радовались каждому дню, растили детей, почитали своих родителей и, конечно, были милосердны и гуманны к обществу и к тем людям, которые в нас нуждаются.